В Марксе вандалы разгромили могилы ветеранов. Кадры поломанных оград и памятников были опубликованы на интернет-форуме райцентра. Очевидцы уверены, металлические конструкции не были просто выброшены, а приводились в удобный для транспортировки вид. Эта версия подтвердилась в одном из местных пунктов приема лома. Гора разрезанных оградок была запечатлена очевидцами на фотографиях. Директор кладбища об инциденте не знал. По его словам, он находился в этот момент в отпуске. Правда, проговорился, что пару недель назад ему поступил звонок с просьбой очистить территорию, граничащую с неким объектом муниципальной собственности. С его строительством и связывает историю автор публикации. Представители местной полиции факт вандализма не признают. По их словам, оградки были централизованно вынесены за территорию кладбища. В сложной ситуации попытался разобраться наш корреспондент. В ближайшем выпуске программы мы обязательно расскажем, что же это было на самом деле. Типичный вандализм или халатность чиновников?